Дворы городского округа Люберцы приводят в порядок после зимы. Основное внимание уделяют игровым и спортивным площадкам, а также входным группам многоквартирных домов. Как сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций справляются со своими обязанностями, проверил глава округа Владимир Ужицкий. Двор на Южной 19 по праву можно назвать образцовыми не только благодаря добросовестной работе управляющей компании, но и бережному отношению жителей. Чистоту и порядок в доме и вокруг него поддерживают совместно. Стараемся то по мере возможности, когда есть время, что-то делаем, как бы естественно. Естественно, хотелось, чтобы было чисто, чтобы было все облагорожено. Так что, конечно, и народ помогает тоже. Комплексное благоустройство проводили здесь в 2019 году. Обустроили новую детскую и спортивную площадки. Все элементы как новые. За этим тщательно следит управляющая компания. На антивандальные действия Люберецкий городской жилищный трест тратит около 1,5 миллиона рублей в год. Хотел бы обратиться к нашим жителям, чтобы как-то, во-первых, бережно относиться, а там, где видят, что кто-то балуется, приносит вред общему имуществу. Надо сообщать в социальных сетях. Сегодня у всех есть телефоны, фотографировать, чтобы мы каким-то образом пресекали подобные поступки. Под ведомством ЛГЖТ более 360 дворовых территорий. Сейчас на каждой из них проводят генеральную уборку. Она включает в себя покраску и ремонт газонных ограждений, избавление от остатков снега и мусора. И сотрудники ЛГЖТ проводят обходы и осмотры ежедневных дворовых территорий. Жители нам всегда помогают, по крайней мере, в дворах, где они ответственны. Жители помогают как-то отслеживать какие-то поломки, сразу сигнализируют нам в единую диспетчерскую службу. Командная работа. Городской округ Люберцы занимает первое место в Московской области по количеству дворов. Их на территории муниципалитета 689. В этом году в программу комплексного благоустройства попало около 70 участков. На этих объектах установят детские спортивные площадки, отремонтируют дороги, обновят освещение, урны и лавочки. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.